7 ноября в Самаре пройдет традиционный парад памяти, посвященный событиям, которые развернулись в Куйбышеве в 1941 году. Тогда защитники уходили на фронт прямо с военного парада, проходившего на главной площади запасной столицы. Патриотическая акция проходит в Самаре с 2011 года. В этот раз главная тема – герои и подвиги. С утра 7 ноября на площади Куйбышева будут работать интерактивные площадки, музейно-выставочные экспозиции и полевая кухня. Запланирована также концертная программа. Само шествие начнется в 12 часов. В этом году по площади строем пройдут более 100 парадных расчетов, половина из которых – юнармейцы, кадеты, военно-патриотические клубы Самарской области. По традиции, наш город в этот день посетят участники парадного прохождения из всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов России, в том числе из города Снежное Донецкой Народной Республики. Впервые в параде памяти будут участвовать расчеты из города Героя Бреста. Участниками парада станут у нас представители 20 регионов Российской Федерации. Это лучшие парадные расчеты, которые приезжают к нам для участия в параде. Также в этот день состоится открытие выставки Семену Чернецкому, военному дирижеру, генерал-майору, который дирижировал сводным военным оркестром 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 на Красной площади в Москве. Кроме того, в преддверии парада памяти в Самаре пройдет еще одна крупная акция. 6 ноября на 4-й очереди набережной состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию освобождения Киева. Участвует более 300 человек, членов военно-исторических клубов России. Также будет присутствовать и историческая техника. На парад памяти и на другие события, которые пройдут 6 и 7 ноября, вход свободный. Организаторы приглашают жителей и гостей города стать свидетелями одних из самых масштабных патриотических акций этого года.